Привет, друзья! Сегодня я решил сделать себе поводки из флюорокарбона. И вот что для этого мне сегодня пригодится. Сам флюрик. Это фирма Ямато ее. Потому что в магазинах сейчас всякой китайской подделки очень много. И под названием флюорокарбон можно купить обыкновенную леску, леску с покрытием флюорокарбона и вообще непонятно что. Вот это я проверил колхозным способом спичкой. Это действительно флюорокарбон настоящий. Диаметр 0,47. Трубочки 1 мм и застежки такого размера. Под щуку, думаю. Все в самый раз. Из вспомогательного маленькие пассатижики. Лучше, конечно, обжимки нормальные, но у меня нет. Я думаю, это пойдет. И кусачки. Флюорокарбон очень жесткий. И если просто отматывать и делать поводки, то они по неволе будут получаться как поросячий хвостик. Вот такого вида. Желательно сначала под усилием кусок растянуть. Потому что уже готовый поводок сделать так будет затруднительно. Вот так он более-менее ровно получается. Откусываем сразу кусачками необходимую длину примерно. Ну, я буду делать по 20 сантиметров и вот так с запасом. Вот кусок лески флюорокарбоновой. Трубочка. С трубочкой я, честно признаться, немножко не попал. Флюорокарбон 0,47. Трубочки взял 1 мм. Вроде бы думалось мне, что я продену вот таким вот образом. И будет все плотненько. Но я ошибся. То ли диаметр не туда, или он понаружи меряется. Ну ничего страшного. Сделали петельку. И продеваем в обратную сторону. Еще раз. Будет крепче. Продеваем. И просовываем до тех пор, пока вот эта задняя петелька либо заподлеза подойдет, либо зайдет в трубочку минимально. Вот она почти зашла, там чуть-чуть осталось. Петелька нормальная. И в трех местах обжимаем довольно сильно, но не со всей дури. Вот так вот получается, лишнее откусываем кусачками. Все. Это одна сторона. На другую сторону также надеваем трубочку обжимную. Надеваем застежку. И засовываем все назад. Раз назад. И в обратную сторону. Попасть, конечно, немножко сложновато. Но зато все плотно получается. И уже сильно давить плоскогубцами будет не надо. Ну, вот так вот. Вот так вот. Я думаю, в самый раз. И обжимаем. Раз, два, три. Лишнее откусываем.
Здесь можно вертлюжок прицепить с этой стороны. Но я вращающимся блёстами ловить не думаю. И ничем таким, что будет его крутить поводок. Поэтому лишний элемент, на мой взгляд, здесь абсолютно не нужен. В своих поводках из полевого провода я вообще не применяю ничего. С одной стороны скрутка и с другой стороны скрутка. Все, раскрутил, прицепил приманку, закрутил и лови дальше. Чем меньше элементов, тем надежнее получается любая вещь. Вот такой вот поводок из флюорокарбона. Сейчас еще с десяток сделаю. И пока на первое время хватит. А всем ни хвоста. До свидания.